Аметистовое око, у меня сейчас почтение. Оно на выходе. Потом возьмешь. Когда будешь из инста выходить. Я там это, фотку в диск скинул. У меня сейчас в любой момент может свет вырубиться. Это не тот говорит, у кого КД там на проху ставит. Нет. Нет. Ты смотри, я за тобой наблюдаю. А ты же даже не знаешь, кто это. Как ты можешь наблюдать и следить? А я за всеми тут слежу. Так, тут мне не хватает. Да, ты пойми, я сам хочу целка десятку пронести. Да я уже не хочу целка десятку, я хочу чисто кровь. А лича еще... Придется тебе и профа, и лану, и лича, и синдру всех убивать. Нормально, нормально. Блин, эту шею долбаную, блин. Ничего я раньше не делал, блин. Капец. А каску даст кто-нибудь? Будьте любезны, подыкат, касочку. Ты без каски? Нет. Без каски убьем. Вот именно. В смысле, у меня дамаг пойдет для ханта. Чего не нравится там вообще? Я вон разговаривал с бустурмайдером, что он мне объяснил, у него 16к вылетает, тут поломанные все ханты, короче, он говорит, 16к, блин, с шеи, со всей херней он вылетает, никак не 20. Чувак там всю жизнь, походу, вырвал, из-за этого ханта играет. Или ну нет? Да. Так что нормально у меня хант так сказал, это я просто что-то утрирую. Ну будьте любезны, касочку-то. Нет. Чё, сколько боссов-то осталось ещё? Половина. Чё там, по правой стороне, по левой, туда. Ну если квестинг кому не нужен, то по центру. Скажите мне ещё собаку убрать, да? Убирай, да. Да, убирай собаку. Ну она всю комнату у тебя сагрит сейчас. Да это лишние, блядь, 10 не минут. Ну нахуя тратить время, когда можно его не тратить? Ну да. Я тем более знаю, как прох теперь убивать. Не, не трогайте, все, все, все аккуратненько, все. Аккуратненько прошли вот по одной линии. Стойте. Засухарились за книжным шкафом. Пойдем. Вот так вот. Ну, блядь.
А, мне какие-то еще банки сказали пить, я не знаю, на скорость. А что там? Ну, стоп, ДПС. Сейчас я тебе скажу, что за банки. Ты... Да. Там 500 дает скорость. Я как раз скинул тут в ДБ. Они не нужны мне стали. О, сейчас тебе их отдам. Сказали мне эти банки вообще, говорит, без них дамаг вообще не меньше. Ну, резницы, конечно. Ты, смотри, ты пропиваешь перед пулом, оно откатывает и еще раз пропиваешь, когда босса бьешь. Можешь два раза бить их. Где-то идет отчет, допустим, нажимаешь, короче, на 1 секунду до пула босса, и потом откад, ну, КД откадешивается, и снова на боссе бьешь. Ну, лучше под всеми прожимками ее пей, да. Второй раз под всеми прожимками его пьешь, у тебя автоатака, скорость увеличивается очень сильно. Ну, на 500, считай. Ну, там как с ППШ начинает хуярить у тебя хант. Ну, да. Нет, я их ну, на руку ставлю. Пожалуйста, конечно, за целый стак этих баночек. Хоть бы спасибо сказал. Смотри, я сказал да. Спасибо. Да? Ты я не слышал. Спасибо. Я их для пропуска беру, а не подгоняю. Ну а ты попробуй, как они работают. Хотя бы здесь там парочку выпьешь. Они недорогие. Ну как недорогие? Ну за стак голды 300 уходит на стак. А сейчас здесь смысла вообще нет. Нет, ты хоть попробуй, как они работают, и ну посмотришь вообще. То есть какой плюс от них. Чтоб ты понимал, как ими правильно пользоваться. Потренируйся. Логически понимал. Да ладно, ну, логически. Просто попадать будем. Просто попадать думаю. Давай, надо попробуй. Давай, врывайся, собирай, все помню. Вот ты там себе хотя бы одну оставь, вот там. Вот 17 выпьешь, когда одну оставь, иди на аукцион, просто, чтобы не искать, на нее жмак, ну, shift и на эту банку в сумке. И тебе сразу он выдаст. Ну, примерно, я тебе говорю, стак примерно 300 голды стоит. Чуть больше, может. Я тут всех хантов по УЕшникам уже задрочил, вопрос у меня. Ну так, забрывайся, все там собирайся. Где я по УЕ ханта создал? Дай гильдию. Хорошо, молодец. А, все, эти долбоёбы этот деревья пилят. Нормально, свет не вырубят, значит. Хотя, они ж могут и провода отпилить, придурки. А, блядь, 4 узбека, нахуй, не понимающие, куда что делать, блядь. Стой, Войт, назад. Шкаф. А так бы я 280-й ПВП шмог. Я такой... Так, а локов у нас... Локов нету, да, у нас? Угу. Печально. Я не хочу. Все, давай, вырывайся. За круг зажжу, за зеленый. Отводи еще назад. Стой. Поехали. Цепи разбейте.
Хамам. Я не хочу пока. Минут через 15. Забиваем. Вот это небольшое внимание. Вот сейчас дома, когда скиньте. Ух ты, конденсатор, нихуя себе. Я вообще ни разу не видел, блядь. Он мне из сундучка за жетон упал, блядь. Это, вот сейчас дома скиньте, я посмотрю, сейчас под баночкой буду. 10500. Сейчас. Отчет. Ну, на подбанке ты видишь, дамаг лучше. Ну понятно, у тебя автоатака начала бить. В 16 раз быстрее, блядь. Это мой хант не лоб. А прикинь, шея что было бы? У меня шея целкашная как бы. А что там, Шама? Ты меня слышишь, нет? Нужен тебе кандидат? Ну да, у тебя партняга есть, там еще можно это, спину же зачарить себе. Стой, стой, налево, налево. Стоим здесь все. Поведение ману. Когда будет венец пламени, вообще не двигайтесь. Даже не прыгайте. Прыжок это тоже, короче, как действие рассчитывается. Все упадут. Он будет себя притягивать. Когда к себе притянет, разбежались нахер от него. Когда он будет, ну, типа, лететь ледяные глыбы, как вот маги хуярят, да? Это ауешку. То к нему все подбежали. Всё. Сейчас я только собаку уберу, потому что она у меня... Нет, здесь она нормальная. А собака что, не можешь... будет? Она же двигаться будет. Похеру. А собака ты её А, ну тогда все понятно, тогда собачка. Так, приготовились, все подошли ко мне. Сюда зашли. Все, давай, Вой, открывайся. По центру прям его ставь на середину комнаты. О, молодцом, стой здесь. Все, бьем. Давайте первым. Он меня совсем не пиздит, раги нету. Разошлись. Бомжей нужно? Давай, бомжи. Сошлись. Центр, подошли. Так, вопрос. Сейчас. Ну, хули он избивается-то? Сейчас. Стоим и двигаемся. Не шевелимся. Руки от клавиатуры убрали. Даже после смерти не шевелимся. 15 секунд не двигаемся. Стоим на месте. 10 секунд не двигаемся. Стоим. 8 секунд. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, можно двигаться. Да-да, дамаг теперь. 9300 у тебя. Я тут достал со своими домами. Да, я такой.
хочу вот после этого квеста «Ночная погибель», я смогу чудовищ этих брать квест? Да. Но они там вроде сначала у тебя будут все по отдельности, а потом уже все вместе. Не-не-не, тебе еще надо будет РБК пройти, тебе надо будет еще там. Не надо. Как не надо, я проходил. Там по одному сейчас. Погибели. Не, вот ты остался, анубар. РБК вообще всегда надо. Или погибли РБК было, а после уже не надо. Ну да, я же что-то проходил. Что, еще много боссов? Вован, сейчас на зеленый луч ставь хилов. Нахуя? А ты не знаешь, что это прикол, да? Они будут хилить, пиздец. И мана у них будет уходить, пиздец. Один раз она у них уйдет. Ну и что, залили им ману, нахуй. Они встали. Пользуешь, чем быстрее уходит мана, допустим, у того, кто быстрее будет фаза. Ну, это так, слово. Хуй, мы проходили так, заебись, все было. Зеленый с зеленым стояли, вообще отлично все было. У нас два в поле пало. Ты думаешь, у нас не хватит обхила? Да хватит-то, хватит. А чё, нахуя на мне печенька стоит? Уберите её с меня, пожалуйста. Что это за печеньки, блядь? Зачем они нужны? Трусы повесь на него. Да, зелёные, страшные. Не, а нахуя метка-то вообще? Это раскидывали смерти просто на этом, на боссе. Одном раскинул. Не бейте, не сели, не бейте, не бейте, не бейте. Дайте я стать с ним, заберу с него. Пульта. Ладно. Я вас понял. Но я не бил. Я тоже не била. Хан тоже не виноват. Вот Хан виноват так во всем. А, нет, нихуя не Хан. Ты на зеленый луч? Сами стойте на луче. На зеленый? Настя, да, ты на зеленом луче. Шаман на синий встанет. Какой луч? Танк красный. А он откуда он идет? Здесь вот появится первый. Давай. Агри. То есть второй лицом появится. Бля, да, вот так вот прям вставай и агри. Ой. Вот, а вот здесь. Агри отсюда. Давай, давай, давай. Кинь его чем-нибудь. Стой. Все, вот. Стой, стой, стой. Правее подойди. Спиной, спиной к нему. Все. Спиной, спиной стащу. Спиной к лучу. Сама забирай синий. Забирай. Не стоим, не стоим. Честер, выйди. Честер, выйди. Честер, выходи быстро. Это что? Шах появился. По шаману появился и исчез. Этот Сальво. Блять.
И не видно, что ты лужа, нихуя. Побежали к окнам все. Офигеть, чё, ставим нельзя? Ставь, то включай. А я очкую. Я его открой, очковать, надо быстрее убегать отсюда. А нормально живой же, чё? Ну, сейчас он, короче, придет сюда, в этот круг. Здесь его лови и спиной вот к правому углу повьет. Отведи его поближе сюда. Отведи, отведи. Еще. Левее, вставай, левее. Все, а куда это вы собираетесь? Заберите зеленый. Настя, забери зеленый. Иди отсюда просто. Блять. Да, никуда мы не собираемся, мы поражён дали обычку. На проф собираемся, чё? Ну, чуть позже, да, ну, как сейчас убьем Кару, будем, блядь, писать в гильдию, что проф, погнали. Пока ты никуда не собираешься. Десятка. Да? Десятка же? Да, десятка. С профа начнём дойти. Профа убьем, а потом пойдем по своему КД, да? Наверное. А, по своему уже пойдем. Уже не пойдем по своему, дальше пойдем после профа, да и все такая разница. Попробуем. Добиваем, не уйдем никуда. Добиваем. Прохиливаем, оверхил. Да вообще тут на ханта ничего не падает, тупая. А зачем тебе что-то тут? Ебать, ты гонишь, что ли? Ты там 298 уже, как чё тебе здесь должно упасть? Здесь 232 шмот падает. Да, блин, ну хоть посмотреть, ну прикольно. На трансмут скажи. Мне осталась пушка, короче, и шея. А кольцо ЦУК тоже надо, да? Тоже хороший дамаг. Чё он даёт вообще? Ну у неё прок. Ну... Сейчас, канал гильдии, ты, скорее всего, будешь брать себе... А, ну, не такое. Ну, короче... Ой, это ж не то, блядь, сейчас. Нет, я-то понял, что за прок, сколько он добавляет, к чему там вообще? Он к силе атаки добавляет. Сколько? Будет добавлять к силе... Я не помню, 400 с хуем. Да, мало хочу. Не, нормально. 800 от этого считают, 6. Ну, плюс плащ ты себе, короче, если у тебя есть партняга, чаришь нахуй, тоже на силу атаки. Вот он будет у меня как у Бастурматора дамажик. Вот так что я все понял, все нормально, я не... Че, шахматы в жопу или будем убивать? Нафиг они нужны. ОД, мы же за ОД пришли. Пошли на мальчик сразу. Нафиг они. Так, вот смотри, короче, кольцо тебе дает там 400 там с чем-то. Потом на плащ делаешь себе вот эту вот штуку. Ну, когда у тебя есть партняшка. Нет. Еще плюс 575 к силе атаки. Потом еще у тебя шея 800 к силе атаки будет давать. То есть там, ну, так-то неплохо. Накидывается. Ну вот, я тебе скинул, вот смотри, 575 к силе атаки каждые 45 секунд. Просто ни с хуя, они взяли и появились у тебя. Поэтому, ну, задумайся, может, тебе надо. Да, блядь, я все по нечестивости бегу в полный стаб, блядь, придурок. Не, ну тогда, ребят, вы потом будете на вторых полосах, вот меня стоять, Роман. Не-не-не, я не молчу. Ну-ну. А ну как хочешь. Канты вот прямо сказали. Поломаны. ПВП они ништяк, а вот ПВЕ не. Андрей, всех персонажей периодически подрезают. Поэтому
Ну вот, видишь, мы, допустим, в ПВЕ, да, играем, и мы четко видим, вот, обновление прошло, херак, и ты четко видишь по своему персонажу. Опять. Ну, так, по сути, это, ребят, ну, типа... Ну, да. Точно, да. На 2-3, да, где-то? Ну, десятка считает, что хватит нормально. Ну, Андрей, я же тебе говорю еще раз, здесь вот, ну, видишь, и мобы быстро падают, и боссы быстро падают. Здесь сейчас, ну, невозможно, как бы, определить, нужен босс такой... которого будем бить минуты там полторы, две, три. То есть, что чтобы... А что за квест на магика, я не знаю. Так, ладно, все, пока тишину поймали. Отошли к класту. Ой, ты же знаешь, где танковать его, да? Так. Сейчас покажу. Вон там яночка есть, вдоль стены справа. Смотри, вот здесь вот прям встаешь, вот. Вот сюда вот встал, вот так вот, спиной. И стоишь, танкуешь. Милики отбегают вот сюда. РДД стоят в черепке. Далеко-далеко. Все, давайте, приготовились на исходе. Давайте, где? Быстро. Медленно готовимся, пошли. Скорее. А тебе бдилка есть там? Ты готовилась, смотри. На месте. Мы ушли. А здесь еще один будет. Отпустили. Скидываем. Все, можно вплотную бить. Ну, видите? Ближе. Хорошо. Да. Первый тебя вообще. Все нашему дому. Я топорник. Да, да, да. Не, ну я себе хотел на второй спек. Кому поэтому топор... спрашиваю. Топорник, ты можешь? Ну, нет, не нужен. Мне тоже не нужен. Танк же у нас в гильдии. Ну да. Ну, пусть забирает. Давай, Вова, дамаг последний краткий, я пошел. 11700 у тебя, молодец. Вот так вот, видели, да, ребята? Все. Да, для твоего это мало, это мало. Так, подожди, что там за голос в тишине? Позорит меня. Андрей, ну ты здесь тоже пойми, что как бы милики не могли быть наравне, потому что мы отбегали, а вы стояли и лупили. РДД.
То есть у вас как бы здесь да приоритет был небольшой. Вообще, вообще, пофиг на этого конта, честно говоря. Есть хотя бы дамаг для того, чтобы помогать в ПВЕ рейдах, и не получается... Не было, чтобы таких разговоров, что типа ПВП мы не берем. Так что пойдет... Ну что, пойдем убивать СЛК, наверное, да? Да, сейчас убью. Пойдем там в СЛ. Пойду пока трэш там почищу. Пола еще нету. Ебанусь. Все, ладно, ребят, давайте сейчас через 5 минут. Ну чё, Настюх, как тебе новый комп? Нравится? Блин, это не то слово. У меня столько восторга. Сколько мы сейчас были в рейде, ни одного лага не было, ни разу ничего не дёрнулось. Долоран прогружается моментально. Компьютер? А? Компьютер купил, говорю. Да, у меня ноутбук же полетел. Поздравляю, наконец лагов нету, да, я тебя понимаю. Спасибо. Так, как вспомню, я психовал, да, это часто было. Не, единственное, непривычно, потому что я все время с ноутбуков играл, а тут компьютер нормальный. Так, ладно, пока выйду, если что, звоните. Да-да, береги компьютер теперь. Ни одной лишней минуты не играй. Да не, ну просто у меня в гости. Там сходил с вами рейд, хватит. Если что, вечерком зайду. Вова, а ты тут, Вов? Блин, все равно по привычке, короче, вот это, в Агримар пру. Хотя можем спокойно стоять в Долоране, да? Да, можно стоять в Долоране, да, но я уже в Агримаре. Че, Вова ушел, что ли? Здесь я. Вов, а можно с ГБ эту одну сапфировую чародейство? Конечно, можно. Переложи куда-нибудь. Чародейскую нить ему надо. Че, меня слышно плохо? Нормально. Где она? Слышу. Где она у тебя? В Хайрегах? Нет, она в ГМ, там только Вову можно. Блять, единоличник захапал себе целую, блять, ячейку. Забрал? Которую, блять, я на свою голду покупал. Первый как вот так? Вот где эта несправедливость, блять? Почему она такая? Это в первой ячейке. Да. А, вижу, все, спасибо. Блять. Вот так ты там слушаешь, да, уже, походу, не первый час. Это да. Хуй знает, чем им деревья помешали, блять. Непонятно. Что, Мэг, Холипал тоже хочет пойти в ЦЛК по нашему КД или как, или что? Не знаю. Или вы с нуля будете? Я думаю, мы на профа пойдем. Ну, по нашему КД? Тоже профа надо. О, меня лич убитый уже, меня пул ЦЛК закрыт. Я Войду помогаю просто. Не, ну просто Войд, когда бы... Вчера или когда, или сегодня? Ну я же вчера собирал... Вы то есть закрыли до конца, получается? Ну да, потому что там много лива-лип, то маги заходили 260-й, 255-й вообще. Зашел, ушел. Ну что, получается, 6 боссов убили, да? Гнилой пункт. Да.
И вот проф остался, кровь, лед, лич. Ну так вы говорите, убили лича. А, так... это я убил сам вообще. Мне ничего не надо, проф и квест сделал. Я помогаю просто воину. Ну. Ну вот я и думаю, что надо сейчас собрать наших. Да. Сходить, профу убить Войду, но... профихарду, комедиантов. Ну, Синдра Лича надо убить. Там бить-то нечего. Ну, там, да, там еще кому-то надо. Насте, по-моему, надо было на Вайду. Ну, сейчас, давайте, часок отдохну. А, то есть пока можно это самое отдохнуть часок? Ну да, потому что мы в поражении пока пробыли. Вован, ты как это, будешь собирать? Звякнешь? Окей. Ну, если нужна будет помощь. Если не нужна, то... Не, я соберу дамажущих наших самых. И пойдем, чтобы его прям залить маской. Вот я пока... Не знаю, в телек позалипаю, может, что пожару там, блядь. Я не ел время. Что там? Я кукой. Ладно. Что там мне? Андрюх, давай немножко отдохну сейчас, покушаю и... Ну, конечно. Чё, жмак? Я там немножечко переделаю, сейчас мутика и... Бажи. Что тебе? Так, ладно, пойду я покушаю. Кто?
Привет. Ребята, а чё лучше, блин, Сима убийственного выстрела или укуса змеи? Так, вот смотри, чё они дают. Ну, сокращает время восстановления 6 секунд убийственного выстрела. А укус убивает на 6 секунд. Я бы взял тогда укус. Потому что убийственного выстрела он же только сколько там, 20% оставляет когда. А так у тебя яд будет тикать. Все, давай так. Там не очень одетый. Приветствую. Удачи. Я польщена.